Серых майнеров выявили на Экибастузской ГРЭС-1 в Павлодарской области. Выяснилось, что электроэнергия поступала на 3 предприятия от частного ТОО. Однако лицензии на реализацию ее у товарищества нет. Между тем, ТОО приобретало электроэнергию у ГРЭС-1 для производственных нужд. По предварительному заключению, сумма извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге. Продолжается расследование. Другая информация в интересах следствия не разглашается.